Всем привет, меня зовут Денис Лаптев. Первый тренер Гурий Виктор Васильевич. Получается, это я дебютировал в 2010 году, где-то в сентябре месяце. Это в первой лиге мы были, играли. И там я за основу как бы дебютировал. А первый мой выход в высшей лиге в составе Славы, это 2013 год. Я еще помню, когда мы играли дома с Минском. Тогда мой был первый дебютный матч. Помнишь матч против Шахтера? Да, в том году помню. С левой ноги забивал. Приятно было. У меня есть агент Виталий Леденев. Он мне позвонил и сказал, что есть заинтересованность со стороны Шахтера. Они хотят меня взять в аренду. Я, получается, тогда поехал в Минск. Мне надо было в Тосно съездить. Я с генеральным директором Тосно поговорил. Он говорит, ты как сам смотришь? Я сказал, что я хочу поехать в Шахтер, и он дал добро на это, чтобы поехать в Шахтер. Хотелось бы уже каких-нибудь медалей приодеть, Еврокубки поиграть. Еще ни разу не играл. Но я с большой радостью хотелось бы выйти, показать, на что способен, доказать. Конечно, я хотел бы побить свои 9 мячей. Каждый год забиваю, я хочу побить 10-11 хотя бы забить. 14 июля, 20:30, стадион «Строитель», приходите на футбол.